Это ссылочка с Озона. Четыре аккумулятора гелевых. 12,2,9. Сейчас поставим на зарядку, а потом протестим. Заряжать будем попарно. После зарядки проверим. Так. Будем проверять по очереди. 12,5. 1,9 показывает. Но верить ему не будем. Посмотрим, что он покажет вымпела. Так. Первый. Здесь показывает 12,5. Так. Поставим 3 ампер часа, хотя у них 2,9 заявлено. Тестирование. 83 ресурс. 66. 79. Хорошая КБ. Чуть завышенное, конечно, показание. Здесь 2,28. Здесь 85 ресурс. Нас интересует внутреннее сопротивление 66. Хорошая батарея. Здесь 2,36. Тестирование. 88. 64. Хорошая КБ. Ну, теперь последнее. Так, 11,54. Ресурс 19,99. Так, заряда нет. Ее зарядить отдельно попробовать. Не в связке. И еще раз протестить, дать отстояться и протестить. Ну вот, в принципе, поставил на лабораторник, и он уже ожил. Уже сопротивление упало, ресурс у него 75 пока. Но подождем, пока скинет ампераж. В принципе, хорошие, качественные аккумуляторы.